«Сибирь здесь», точнее, только что прибыла в Бийск. Такое название носит проект межрегионального туристического маршрута, который позволяет пассажирам поезда познакомиться с историей и достопримечательностями крупных городов. Он появился при поддержке полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Сам поезд запустили 9 сентября из Омска. За это время он сделал несколько остановок, пока не доехал до Наукограда. Сегодня нас с туристическими целями посещает более 2 миллионов человек. Они выбирают для себя разные туристические маршруты. И маршрут межрегиональный «Сибирь здесь» займет и занимает в нем место, наверное, самое лучшее. От каждого сибирского региона 12 человек. Всего в презентационном туре свыше 100. В поезде можно увидеть членов семей участников СВО, волонтеров, пенсионеров, журналистов и блогеров. Пребывание участников промо-тура на территории Алтайского края обеспечивает туроператор «Ваш гид» при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, а также администрации города Бийска. Мы уже проехали Омск, Новосибирск. Сегодня вот приехали в ваш великолепный город Бийск. Как бы поездки очень довольны, посетили очень много интересных мест. В Новосибирске вчера были в Большом театре и балета. То есть очень шикарное место, как бы всем советую посетить. Одна группа отправилась в Горный Алтай на Манжирок и в тематический парк «Хранитель Большого Алтая». Другая – в село Сростки. В первую очередь участники программы посетили дом Василия Шукшина, где он прожил детские годы. Далее поднялись на гору Пикет, где установлен памятник великому писателю и режиссеру. Подойди на секунду, сынок, или отойди чуть-чуть, Также участники программы посетили этнокомплекс, увидели пантеон славянских богов и зимний сад. Закончился день в самом Бийске. Гости прогулялись по архиерейскому подворью и улицам Наукограда. Следующая остановка – Томск. Данил Кузнецов, «День с толком».